два, один, пуск! Площадь более 11 тысяч квадратных метров. Новый автоматизированный цех гальванического производства на заводе «Объединенный двигатель-строительной корпорации «Кузнецов» обещает быть полностью экологичным. А роботизированная система обслуживания его линий ускорит работу персонала и снизит нагрузку. По сравнению с нашим старым гальваническим цехом, здесь реализованы практически все технологии гальванических покрытий. Во-первых, это новые автоматизированные гальванические линии, которые могут работать автооператоры, которые могут работать в трех режимах – в ручном, в автоматическом и полуавтоматическом. В старой гальванике такого, конечно же, не было. На новом производстве 163 инженерно-технических работника, производственных рабочих и обслуживающего персонала. Факторы риска или так называемой вредности для сотрудников цеха здесь свели к минимуму. До сих пор все опасные вещества вместе с водой отправлялись на очистные сооружения завода, а затем на полигон. А сейчас жидкость из гальванических ванн проходит по замкнутому кругу, очищается и поступает на долив прямо в цехе. Здесь созданы практически хорошие условия. Закрытые крышки, которые автоматически открываются или закрываются, или механизированы. Ванны, которые сделали более удобно, то есть с помощью манипулятора, когда человек не будет нырять прямо в саму ванну, в емкость, он будет непосредственно только работать с роботом. В этом и есть преимущество. Сами ручные сооружения. Инвестиции в новые производства составили почти 3 миллиарда рублей. По словам индустриального директора авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолия Сердюкова, мощности цеха достаточны для обеспечения не только собственных, но и потребностей других компаний Ростехнологий в регионе. Завод ОДК «Кузнецов» входит в крупнейшую общественную организацию страны «Союз машиностроителей России», осуществляя проектирование, изготовление, ремонт и сопровождение в эксплуатации авиационных, наземных и ракетных двигателей.